Ребята, всем привет, с вами Александр, и продолжаем наши жестяковые серии. Короче, у нас здесь Юлий, у которого 17 тысяч жизней и 6500 сила удара, то есть у нас таких, в принципе, нет существ. Супрана Титан с 4500, короче, он круче, чем Индораптор, у него на 3 штуки больше жизни, всего лишь там 900 меньше урон. И вообще неподражаемый, короче, неоспоримый, непобедимый, великолепный Раджастега, короче, 18 костырей жизни. Как у Пахи-голозавра. Где ты там наш Пахик? Пахик, выходи. Так, вот Пахик. У Пахика. Короче. И удар просто в 3 раза сильнее. Просто в 3 раза сильнее. Так, вот я не знаю, как, кем бы... Кем пойти, кем подраться... Я хочу что-то индоминуса взять вот почему-то. Или может взять, давайте возьмем 3 амфибии, попробуем взять. Ну, то есть возьмем разных 3 амфибии. Ну, попробуем. Они реально будут слабее, чем вот если бы я взял 3 хищника. Он за 2 удара пробивает вообще на 1-2. Я, скорее всего, вот этой нереально победить. Сидим в обороне. Так, на следующий ход у него будет 4 балла, ребята. Потому как бы уже не защищаемся. Отлично. А теперь посмотрим, сколько мне. Ну, смотри, я насобирал целых 7 баллов. И сколько мне нужно потратить? 2, 3, 4. Ну хорошо, хоть в 4 укладываюсь. И опять же, защищаться как-то особо смысла нет. А Раджастега, ё-моё, что с Раджастегой делать? У нее 18 косарей жизни. 18. Ну, хоть на все 4. Так, это на самом деле хороший вариант, ребята. То есть хороший, когда не нужно тратить лишние баллы. То есть моя эффективность по баллам 100%. Идеально просто. Я ни одного балла мимо не потратил. И это вообще ничего мне не гарантирует. Так, я его пробил, и 1, 2, 3, у него удар будет 6, короче, 3 с чем-то тысячи. У нас удар будет примерно равный, только у него будет ровно в 2 раза больше жизни. У меня 9 тысяч, у него 18, у меня 3500, у него 300. Ну давай, кто, если он атакует, то все, судьба решилась. Он атакует, он дурак. А, лошпед, короче. Раджастега, просто жесть, просрать такое преимущество. Ну, мне 4 балла хватает. Реально, буквально, вот просто он бы меня не проатаковал и поставил пару баллов в защите, и все, и мне хана. Это был подарок, это был подарок. Так, ну давайте. С нетерпением смотрим. Ну что, ребятки, пальчики скрестили, пожелали мне удачи. И кто же нам сейчас попадется... Кто же это будет? Время заканчивается. Ладно, это как в каком-то телешоу получилось. Опачки, смотрите, какая красота у нас тут. Вот здесь можно взять будет индоминуса, мне так кажется. Если взять вот таких вот старых, скажем так, старую гвардию. Приатродон. Ну тут нужен остапозавр. И вот так вот. Нет, ну тут, скорее всего, без шансов. Ну просто хочется посмотреть, да? На нашу старую гвардию. Смотрите, я вообще тут ничего не могу сделать, реально. 17 тысяч жизней. Я даже не посмотрел, какая у 500 уровень. 800 уровень. Так. У него сейчас будет... 1, 2. Блин, вот это нехорошо. У него остался лишний балл. Но один индоминус двоих этих не завалит. У него просто не хватит дымага. Вот даже если я ни одного лишнего балла не потратил бы. Ну, дело в том, что вот этот парнишка Сигназуха, он, скорее всего, бьет больше, чем 5. Блин, я просто поспешил. 8000 сила удара Дейнахейра. Да, Дейнахейр. 4...
на все 4. Ну, конечно же, у меня 3, он 100% меня убивал, потому он это сделал. А я его дымажу всего лишь 3 косаря. Это, блин, вообще... Раз, два, три. Я его пробил. И раз, два, три. Но это жесть. 4000. Точнее, ну 8000 было, да? Ужас. Давай, лабиринтозавр. Блин, опять. Лабиринтозавр нам вот только что подарил победу. И то, мне вот 5 ударов сейчас, наверное, впритык будет. 4 не хватит, скорее всего. 3. 4 не, хватило 4, ребята. Но опять же, это все было идеально выполнено. На вот реально просто фартануло идеально. Ни одного лишнего балла мы не потратили. Так, ну и последний бой за лептоклейдушку. Лептоклейдушку я называю Вуди Вудпекер. О, вот этого мне вообще не хватало. 23 тысячи жизни Эрлифозавра. С 5000 сила удара. 19000 жизни Зухамима. И такой скромненький Акроконтозавр с силой удара в 5800. Совсем, совсем чуть-чуть. Так, ну давайте сейчас мы возьмем... Кем будем наказывать? Ну, легко это будет, если пятерочка. Вот если взять. Ну, да, вот 3 индораптора не справятся. Вообще никак. Ну, подожди, смотрите, у нас у индорапторов по 5000. У них в 2 раза больше жизни будет суммарно. Смотрите, здесь 23, 40, 42, плюс 15, 57 тысяч жизней. 57 тысяч жизней при силе удара там больше 5000. А у нас всего лишь 30. У них в 2 раза больше жизни. То есть индорапторами здесь просто вот не пробьешься. То есть давайте тогда возьмем пахигалозавра. Раз такие дела. Гаргазуха брать смысла нет. И, ну, надо брать 2 индораптора. У них дымах, по крайней мере, есть. Ну давайте, если он правда ударит на 2 сейчас, это не, будет не прикольно. Ну, 1 это нормально. На следующий балл у него 3. Давайте накопим побольше баллов. Потому что атаковать пахигалозавром это вообще неблагодарное дело, мы в 2 раза больше там потратим баллов. Так, у него 3. На следующий ход будут плюс 4. Атакует на все 4. Это вообще идеал. Ну, как-то просто вот... Ну, везет мне в этом турнире, не знаю. Мы на одной волне с этим турниром, то есть... Я просто предугадываю его действия, а он мне поддается, так сказать. 22. Я за 3000 не пробиваю его, представляете себе? Три поставлю. Если он атакует, то я буду атаковать. Если не атакуют, я перенесу баллы. Жесть. На все 4, отлично. Это шикарно. А у этого 5800, да? Блин, ну вот если бы они шли наоборот, было бы лучше. Ну... Этого я, по крайней мере, пробиваю. Ну, все здесь у нас складывается отлично. Поэтому я думаю, акроконтозавр у нас тоже, скорее всего, проатакует. У него жизни поменьше, его пробивать будет легче. 15 тысяч, но вот сила удара у него. Он знает, что у меня 2, он будет атаковать на 3 сейчас. Видели там вот за индораптором вот статуйка велоцираптора. Вот паразаврик. Так. 1, 2, 3 он покойник. 1 сквозь щит. И 2 в щит. Ну это я так пошутил. Он даже не поставил в защиту 1 балл. Но это было вообще изи катка. Хотя противники были жесть. И получаем лептоклейдушку.
Так, давайте-ка мы сейчас тогда глянем на нашего лептоклейдушку. Ну, лептоклейд — это один из первых, это простой водный. Вот он. Ну, он супер редкий, да? Один из первых, кто у нас появлялся. Вот такой вот он. В реальности, можно сказать. Вот такой уже пятнистым становится. Вот, желтеет. И вот Вуди Вудпекер. Ну, только в голубых и желтых тонах. И давайте, наверное, заглянем в гавань, что у нас здесь есть. Так, это нам не надо. Это всегда пожалуйста. Чисто так, из любопытства. Еда у нас есть. Афиакадон нам не надо. Это не обязательно. За баксы что-то покупать — это вообще такое дело неблагодарно. Давайте вот на монеты на еду. 1,5 ляма обменять, почему бы и нет. В общем-то, на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.